Короче, народ, смотрите, тут с Алиэкспресса приехала пленочка. Она, ну, как бы, изначально мной задумывалась как защита визора от всяких царапин и так далее. Вот. Ну, вообще-то это как бы антидождь. Вот. И, соответственно, я вот сейчас проехал где-то километров, ну, порядка 150 с чем-то с этой штукой. В принципе, как бы ничего. Но вот видно вот эти вот гармошечки такие. В общем, ложится не идеально, да? Вот здесь вот нет гармошечек по зоне именно вот самой пленки, а вот в зоне, где она приклеивается, гармошечки есть. И основное это вот внизу видно. Но это не вне поля зрения, поэтому никаких, собственно говоря, ну, каких-то препятствий для обзора это никак не, соответственно, не возникает, короче, никаких препятствий в обзоре. Вот. Глазам не мешает. Единственное, что вот надо было, наверное, клеить ее вот по самому краю, потому что при закрытом, так сказать, состоянии голова немного наклоняется, и вот эта часть, она как бы, ну, попадает в поле зрения. Ну, то есть, как бы, условно говоря, точка, куда смотрят глаза, она ниже, чем, вот, вернее, выше, чем середина получается, да, при немного наклоненной голове. Вот. То есть, как бы, если повыше наклеить на там вот сантиметр, то будет отлично. Это будет вот прям вот по грани, грубо говоря. Вот. И, может быть, здесь уже она не так у меня легла бы, ну, горбата. Как-то так. А пробовал я ее полить, все, как бы, да, никаких, так сказать, капель не остается. Сейчас даже можно попробовать. О, отлично. Пробуем. Видно, что никаких капель на визоре нету. Как-то так. То есть, о, видно, скатывается прям. Как-то так. То есть и антидождь работает как таковой.